британском порту с пробоиной в боту Жанетта поправляла такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. И тут сутулятся, вливаясь в улицы, крёши новые ласкает бриз. Они пошли туда, где можно без труда достать себе и женщине вина. Но ночью в тот же порт ворвался теплоход в сиянии своих прожекторов. И свой покинув порт, сошли на берег порт 14 французских моряков. У них походочка, как в море лодочка, а на пути у них тавернакет. Они пришли туда, где можно без труда достать себе и женщину вина. Зайдя в тот ресторан, увидев англичан, французы были просто взбешены. И кортики достав, забыв про свой устав, они дрались, как дети сатаны. Но спорт Китауне решает Браунинг, и англичане начали стрелять. Беда пришла туда, где можно без труда достать себе и женщин, и вина. Уж больше не взойдут по палубе на юг 14 отважных моряков. Уйдут сюда без них, безмолвных и чужих, не будет их манить свет маяков. Не быть их плаваньи, не видеть гавани и не искать тех на берегу. Так не ходи туда, где можно без труда достать себе и женщин, и вина.